бояться, мы не должны их бояться, а тем более людей. Потому что для того, чтобы вопрос решился, мы задавно задевали. И кажется, что главное садиться на структуру, решать вопросы, нормально, цивилизованно, закладывать группу. Когда люди с непониманием ситуации, что будет завтра с ноги всеми. Поэтому мы пришли для того, чтобы услышать, какие проблемы у них существуют, что их сейчас волнует. Это вопрос как раз процедуры нарушенных некоторых вопросов на исполнение. Сегодня вынесем политическую прокуратуру, и завтра все так, что мы слышали от Бога, мы сейчас автобусы, мы слышали от себя, следующие сроки, энергетика, протест будет вынесен в сессию. Мы, как фракция партии «Рима», помним, что у нас есть мы протест поддерживаем, потому что мы будем первым, что ставим на мнение законной процедуры. Что касается ВИКа, это вопрос, что мы этот город можем дополнительно такие либо автобусы, либо мосты. Если у нас есть такая возможность, то это хорошо. Но для этого нужно, например, садиться. Есть условия конкурса, есть законные требования, на какие основания определяют конкурсы, и так и работает. Второе, потому что есть действующий маршрут, есть действующие предприятия, которые выиграли конкурс. И если будет диалог, могут предприятия с этими предприятиями, то возможно, можно откатать на действующих маршрутах любые автобусы по совместной договоренности. Поэтому просто вывод из этого присутствия, что больше мы будем встречаться в нормальном режиме, устраивать аппликации, разговаривать, тем быстрее мы будем вливаться с мёртвой точки. Спасибо большое. Как относитесь? Спасибо. Да, да. Как я сам предпринимаю, Без ущерба для других. Потому что мы занимаемся, у нас есть проблема на конфликте лета. Заказалось, большое сопротивление наших агрессий. На основе произведена оптимизация, с учетом того, что мы будем развивать Николаеву электрофракт. В этом году сейчас у нас отличился от изменения программы на 10 миллионов. Приходит субъекции государственного бюджета на покупку производства. Если уже 5 троллейбусов, они сейчас должны на них продолжать. Уже можно сказать первый этап оптимизации. Встречаясь маршрутом, вы вводите параллельно, чтобы было удобно выезжаться, и не было удобно времени ситуации, как они себе не стоят сам себе. Как вы знали, что здесь писали? А почему-то вчера зашла помощь на тебя, с вашей стороны, чтобы вчера идти. Если не важно, там поговорили, но это не важно.
Спасибо.